Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, давай зайдем сюда и возьмем с тобой бесплатное вращение. Так, какая-то у нас тут арфа выпала. Ну, слабенькая она, да? Еще. Сковородка. О, вот это уже будет получше. Так, бери. Матильда вооружилась сковородкой. Это, конечно, круто. Так, мне буквально две золотые монетки, ребята, где-то нужно найти для того, чтобы сделать 10 роллов на шмотки. Да-да, на шмотки, ребята, не удивляйтесь. Так, ну что, попробуем с тобой пройти еще одного там, я не знаю, мини-боссика в этом подземелье. Сложно, тяжело, но как-то надо двигаться. Потихонечку-потихонечку будем продвигаться. Так, заодно мы сейчас с тобой здесь глянем. Может быть, что-то появилось новенькое, свеженькое. Где-то, может быть, какие-то ресурсики. Так, камень, я смотрю, не алло. Камень у нас тут не алло. И ракушка тоже молчит. Сундук. Наверное, нету ничего, да, скорее всего. А, нет, есть. Вот. Так, прибыльное, пишет, местечко. Так, там ракушка пустая. Сундук, так. Хм, что это у нас тут? Ну-ка, можно мне глянуть? Так, нежить. А что, если нам вдвоем, что ли, мы должны здесь, да? Губешки раскатили, нет уж. Дай-ка я сюда сбегаю. Так, мы можем с тобой повысить класс мастерства. Это для кого? Для бомб. Давай. Так, и все. Монетки мои закончились. Мастерство повысили. Так, ну что, пойдем в подземку. Где она у нас? Там по нам, наверное, уже соскучились. Я так понимаю, да, эти негодяи-свиньи? Сейчас посмотрим. Так, мы с тобой остановились именно вот в этой пещере, в шестой. На первом поединке, да? Даже здесь мы с тобой еще ничего не сделали. 728, вы серьезно? О-ля-ля, ребята, это мне надо... Погоди, давай вначале посмотрим тогда видос. У нас с тобой становится 745... Ага, мощей. То есть вот теперь мы можем подраться, да? А давай-ка я, например, выберу не сало, а свинохряковича. 708. Хорошо, давай возьмем тогда свиндиана Джонс. Вот. Ну-ка, попробуем, ребята. Мы почти на равных по силе. Блин, зачем я взял Чака? Скажи мне, а? Вот это я, конечно, ступил. Надо было не Чака нам брать с тобой, а Матильду. Ага. Так, тут сколько? Тут три волны получается, да? Ну, я думаю, что мы справимся, наверное. Давай-ка мы, наверное, с тобой вот этого вот некроманта забомбим, попытаемся. Они отравлены же? Да, отравлены. Еще тогда. Все. Двигаемся дальше. Вот что прикольно, что Чак может по два раза ходить. Вот это, конечно, замечательно, ребят. Так, траванем, наверное, для начала. Окей. Сюда. Давай, Чак. Бамс. Слушай, ну очень круто. Очень круто, ребята, он шпарит. Да иди ты, мелкий хны, ханорик. Все, двигаемся дальше. Монетки зарабатываем, и это круто. Ой, Франкенсвин. Что это? Что это за аура, ребята, вокруг них? На тебе, супостат. Получи. Травим, конечно же, травим, ребят. Так, задумался. Он хочет атаковать
с Индиана Джонс. И они атакуют. Ха, ну у них, наверное, ничего не получится, верно? Ага, отдуплился. Ну давай, Чак. Наяриваем. Бамс. Так, этого сейчас минусануть надо. Есть контакт. Ну что, друзья мои, прошли мы здесь. Сказать, что это было легко, не могу, ребята. Это было довольно нелегко. Ну, прикольно. Так, ролим, ролим. Ну, ну, пускай так будет. Самое интересное, как мы будем с тобой проходить, например, следующее испытание, вот. Скажи мне на милость. Я, если честно, пока не представляю. Мы по мощам просто не вытянем. А враг, естественно, с каждым уровнем становится все сильнее, сильнее и сильнее. И волн становится все больше, больше и больше. Я ведь прав? Ну-ка, давай посмотрим. 730, как тебе такой раскладик? 730, ну давай я возьму 621. Не знаю, друзья мои, можно, конечно, попытаться посмотреть, попробовать, пощупать, так сказать, да? Сколько волн? Опять три волны. Ладно. Давай попробуем. Так, удар. Еще удар. Так, этот у нас... Ну, урон чувствуется, ребят. Что он там хочет? Принцала атаковать? Слабенько. Так, минус еще один. Так, ну что, этот думает. Ого, на 590 ударил. Сейчас мы его добьем. Давай, Ред. Шикарно. Так, это была первая волна. Мы с тобой двигаемся на следующую. Ага, Свингенштейн. Знаешь, есть Франкенштейн, а это Свингенштейн. Попробуем сейчас через вот эту вот, ребята, магию нашу. Довольно неплохо мы это, кстати, им тут прописали, если честно. Плюс... А, еще можем даже. Ну-ка. Так, он хочет атаковать Чака. Этот все на свинцало прыгает. А нас еще и оглушили. Представляешь? Минус. Еще минус. Так, и остается вот этот маг, некромант. Добиваем. Нормуль. Так, и переходим с тобой на третью волну. Кто тут у нас? Ага, куча зомбиков. Что за вода вокруг них, я не могу никак понять. Какая-то аура непонятная. Ну-ка. Ай-яй-яй, хотя ладно, ребята. Давай вот так, наверное, сделаем. Ну? Ух, понеслась. Ты посмотри, что творим. Божественно валим. Так, и остается вот этот, да? Свинотник. На тебе. Вообще на изи прошли, если честно. Блин, хотелось бы, конечно, получить 42 уровень, но мне кажется, мне не получится. Этот мы с тобой уровень как-то с горем пополам прошли. Ну вот как, например, следующий проходить? Нам дадут сейчас стандартного свинохряковича, да? Который не особо и дает прибавку, нам именно по силе. И как вот мне, извините меня, здесь проходить? Сколько сейчас посмотрим силу врага? 708. Даже если я возьму свинохряковича, вот его, 590. Даже не знаю, ребята, это, по-моему, бесполезно. Если я уберу бомба. Или подожди, если я уберу Реда и возьму Матильду. А ведь это будет плохо, да? Ладно, я рискну. Друзья мои, я просто рискну, хочу посмотреть. Я знаю, что мы, наверное, сейчас будем тут по полной программе получать звездюлей. О, еще и волн-то целая куча. Целая куча, ребята, волн. Блин, я обожаю, когда он так делает. Ты посмотри, а.
На, этот сильный парень. Сейчас будем звездюлей получать. Что это они? Ага, под защитой. Они под определенной защитой. Так, это им не помогло. Ты посмотри, как он там усилился, а? Гаденыш мелкий. Не трогай Реда. В броне. Так, сейчас пробьем его все-таки. Ага. Ладно, здесь справились. А дальше-то как? Ой-ой-ой, набежали-то тут. В принципе, можно сделать вот так. Поехали. Ага. Неплохенько, я тебе скажу. Очень даже неплохенько. Плюс отравление, да, висит? Бомбочка-то, наверное, сейчас взорвется. А, нет. Ну, взорвется в скором времени. Если мы, конечно, ее не уничтожим быстрее. Ага, и добивка. И здесь тоже добиваем, ребят. Прекрасно. Слушай, ну действительно хорошо, пока идем, ребята. О. Так, здесь какой-то усиленный в броне свин. Очень усиленный, я вижу, прям в броне такой, знаешь, крепыш. Ага, свин Хряковича. Так. Ну что, наверное, будем перчик с тобой испытывать. Погнали. На-ка. Да, тут вообще, ребята, крепыш. Фиг пробьешь, да, как говорится. Так, ого. Вот это он всыпал нам. Но мы его победили. Друзья мои, мы его победили. Так, переходим на следующую волну. Это предпоследние. Так, их тут трое. Начнем. Так. Ударчик, еще ударчик. Перец накопился, значит, будем с тобой захиливаться. Ой, лишь бы только... Ах, вы что творят, а? Ну-ка. Погнали. Чака нужно захилять, ребят. Иначе погибнет. Причем зазря. На тебе. Ах ты, этот выжил. Ну-ка. Шикарненько. И у нас, ребят, последняя битва. Ох, елки ты палки. Ох, елки ты палки. Ты посмотри. Я даже не знаю, тут кого бомбить-то. Не трогайте, пожалуйста, мне Чака. Свин Хряковича атакуйте. Чего вы не атакуете его? Что он делает? Не знаю, ребят, что-то он тут натворил. Так, еще. Сюда, наверное, ударим. И вот сюда. Упал. Вот, то, что нужно, ребят, поехали. Так, все-все-все-все атакуем. Вот этого вот паршивца, да, ребята? Слушай, мы справились, как ни странно. Я, честно говоря, думал, что мы не потянем. Но мы справились, и это круто. Так, ну здесь, ребят, что выпадет, то выпадет. О. Так, больше у нас с тобой нету, да, так сказать, поддержки. Поэтому мы с тобой не сможем дальше пройти. Как бы я, конечно, не хотел бы, но пройти я дальше не смогу. Единственное, что я, знаешь, что думаю? Если мы с тобой выйдем наружу, и вот там вот, где у нас были три черные звездочки, ну, то есть, как бы подземелье, может быть, туда сходить попробовать подраться. Но, опять же, я сомневаюсь, что мы там справимся. Так, где это у нас тут? Где-то вот, вот. 477. Можно было бы кого-то взять, нанять, но...
Кстати, я не видел, ребята, еще ни разу наемника могучего орла. Даже не представляю, как он выглядит. Ну что, попробуем. Ребят, конечно, это, мне кажется, бесполезно. Ред плюс Чак. Плюс только волн. Я даже не знаю, как это будет все. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, боюсь, мы не сможем здесь пройти. Нас тут запинают, скорее всего. Так, еще давай. И еще травим, травим, ребята, их. Сейчас будут бить. Ой, и причем атакуют очень сильно, ребят. Особенно вот этот, который с костью. Ну что, поехали. Ага. Так. Ага, получается, один остался, да? Блин, даже не успели его травануть. О, а у нас-то что такое, ребята? Почему у нас-то столько здоровья отнимается? Объясни-ка мне на милость. Мы не справимся, ребят. Ну, вот серьезно говорю. Ё-моё. А что это на нас такая слизь? Извините меня. С какого, блин, перепуга? Объясни-ка мне на милость. Что это за фигня? Кто на нас плюнул? Ха, зашибись. Ну никак, ребят, здесь. Уж больно сильно лютуют они. Уж больно сильно. Ну что, ну потрачу я перец. Не, не справлюсь. Это сейчас, ага, Реду крышка, ребята. Хотя, что-то он там подумал, подумал, посмотрел. Почему-то ничего не стал делать. Ой-ой-ой, массовая атака. Ох, нет, это, ребята, призов был. Сейчас все, ребят. Реда я потерял. Ну, а Чак здесь один ничего не сделает, ребят. Понятное дело. Все, погиб, бедняжка наша. Конечно, я не буду здесь никого воскрешать. Нету смысла. Была бы помощь, ребята, поддержка. Возможно, мы прошли бы здесь. Но тут, видишь, вариант. Либо мы должны с тобой проходить подземелье, либо здесь проходить. Секьюш, да? То есть, либо-либо. Я не могу и там, и тут. Понимаешь, все это ограниченное. Птички наши, именно помощники, они ограниченные. Так, ну что, и тогда я даже не знаю, ребят. Так, а здесь у нас что? Ой, 663 мощей. Ну, получается, что все. Коротенькая такая вот получается. Коротенькая получается у нас с тобой серия. Стоит ли вообще такую короткую серию выкладывать, а, друзья мои? Не знаю. Пиши в комментариях, я выложу, а ты уже пиши, нужны ли нам такие коротышки. Или же будем заканчивать с этой игрой. И, кстати, вы спрашиваете, где, ребята, ее скачать. Я ее скачивал еще тогда, когда она скачивалась с Play Market. Но, насколько я знаю, сейчас можно просто скачать АПКшник и играть в нее. Ну и, естественно, ребята, вы знаете, что арена закрыта. Многое, что уже здесь не работает. И, скорее всего, скоро этот проект закроется. Да. Ну что же, а на этом пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.